Сегодня в Анапе остро стоит тема межевых споров между соседями частных домовладений. Были те, кто считает, что их права нарушены работодателем. В преддверии курортного сезона актуален вопрос регистрации для ведения гостиничной деятельности. На эти и любые другие вопросы отвечали специалисты из краевого центра. Пришла на консультацию. Мой вопрос был освещен. Я получила нужную информацию. Положительную, которая меня устраивает. Очень эффективно, в процентном соотношении я не могу сказать, но то, что меня интересовало, я получила. Консультация очень хорошая.